такой вот симпатичный отель. Точнее, даже не отель, это называется Bed and Breakfast. Кровать и завтрак. 120 лет этому зданию, этому дому. Сейчас у него уже по счету пятый хозяева, как нам сказали. Но многие предметы сохранились еще с тех времен, когда здесь жили первые хозяева. Вот какая шляпка симпатичная. John Mary Design. Дизайн John Mary. Это, видимо, современный. Это такой старинный. Множество предметов. Картина а-ля Айвазовский, автор Алексис. Старинная мебель. Чей-то костюмчик, такой видавший виды, но видно, что ему уже лет, да, очень много. Мебель плетеная, очень мне нравятся такие вот кресла плетеные, симпатичные. Ну что еще здесь у нас? Вот такой вид общий на комнату. Еще мне нравится, куда вы сами ходите. Что по ступенчикам не спуститься, по-моему, нужно. Мы на втором этаже. Вот здесь еще две комнаты. Это вот уже более современные тут предметы. Так сказать. Свет не включаю. Да ладно, так можно увидеть все вполне. Даже так интересно. Картина такая симпатичная. Портрет незнакомки. И что, спущусь, пожалуй, по лестнице. На первый этаж. Там есть комната для гостей, которая сейчас... Находятся гости, смотрят телевизор. Кроме нас еще одна пара здесь. Хозяйка уехала домой. Оставила нас под одним. Ничего. Мы не боимся. Привидений. Караклит уже будет. Thank you.
Лестница деревянная, красивая. Да. Такие раньше мы настроили. Сам конструируем. Время как нам сказать. Ну что, вот все. Надеюсь, гости уйдут. И я сниму еще первый этаж. Сейчас неудобно, там они телевизор смотрят. Я буду со своей камерой. Да, вот эта шляпка мне нравится. Взять, что ли, визитку? Ну что, ну, например, закажу я такую шляпку. Куда я буду одевать? Положить дома, повесить на крючок, на гвоздик, не баваться. Ну все, в общем-то, пока все. Вот king size, королевский размер. Это тоже одна из комнат. Раз все так все снимаю, и даже здесь последний взгляд. Вот какие бусинки тут симпатичные. По-моему, какие чудо. Последний взгляд. Перед отъездом. Бегом? Okay. А за окном зима метет.